Ну, а бороться с нарушителями, не с теми, кто разводит голубей, разумеется, решили с помощью юмора, и решили это инициаторы проекта «Администратор московского парковочного пространства». Вместо традиционных запрещающих табличек они придумали смешные дружественные предупреждения. К примеру, не парковаться в неположенном месте водителя просят так. Парковки нет, совсем нет. А отбить желание останавливаться там под запрещающим знаком автолюбителя должна такая табличка. Остановка запрещена в любой непонятной ситуации, все равно запрещена. Предупреждение с нетривиальными надписями в первую очередь появится у крупных торговых центрах, на набережных, в парковых зонах, рядом с достопримечательностями, транспортно-пересадочными узлами и вблизи станции метро. Смешные таблички уже размещены по 10 адресам в центре столицы, и в скором времени их число увеличится.